Привет, народ! Сегодня интересные факты о Руслане. Они могут вам помочь в чем-нибудь или не помочь. Так, начинаем. Первый на сегодня факт – это то, что фабрикаторы после уничтожения наносят урон по площади. Если у вас маленькая армия и вы поехали разгромить доход противника, то это не лучшая идея. И чем выше уровень фабрикатора, тем выше у него урон. И вот еще один интересный факт того, что авианосец может делать перехватчик ядерного оружия. Я, в принципе, это сам недавно узнал. Ну, как недавно, полгода назад. Ну и, в принципе, если у вас база находится где-то на воде, а рядом нет земли, чтобы построить перехватчик, это очень полезная, в принципе, находка моя. Хотя, может, кто-то и так уже знал. Следующий факт. Как вы уже знаете из прошлого видео, бомбардировщики и инженеры могут атаковать подземные юниты, свои подводные юниты. Если кто знает какие-нибудь еще интересные факты, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет довольно интересно знать, что я не знаю еще об этой игре. Следующий факт. Очень интересно то, что, ну, по крайней мере для меня интересно, что у всей экспериментальной техники наземной одинаковые корпуса. У всех есть маленькие, пусть будут, что это? Окошки. У всех одинаковые окошки. Пусть будет так, ладно. Поехали дальше. Ну и последний на сегодня факт, это то, что у турелей третьего уровня огнеметов есть саморезы. И как мы видим, здоровье у них восстанавливается. Ну, на этом все. Как обычно, лайк, подписка. Ну и до новых встреч.